Так, сейчас по золоту немного. Как раз в прямом эфире покажу. Звук отключу. Сейчас пока контроль последнего ордера, который Magic имеет, и ручная, да, то есть я в ручном режиме, то есть эти ордера, которые в ручном режиме открывал, мне сначала нужно их разрядить, чтобы потом торговая панель на автомате с Magic и с этим, с комментарием. Комментарий там у нас к сетке бай идет 100 порт и 3 двоечки. Здесь сетка sell работает, контролирует, поэтому в основном здесь работаю, совмещаю с этим графиком основным. На желтом у меня контролирую там диапазон дня, недели. А здесь получается выставляю страховочные. Значит, в этой точке с учетом спреда уровень получается здесь контроль вот этого ордера, и один этот я сохраню, вот этот переведу. Значит, здесь эти два ордера будут усредняться между собой. Так, вот закрытие вот этих двух ордерочков, если мы туда пойдем. А вот здесь алерт поставлю. И теперь сетку sell нужно ставить. Подросли на 40 пунктов. Значит, здесь у нас мы меняем 44-44. Сетку я заранее удалил. Сейчас выставляю заново. Сейчас лимитки поскорректируем. Лимиточки buy. По зонам месяца. На зоне месяца у меня две лимиточки стоит. Можно чуть выше поставить. Там квартальные, годовые и так далее. Значит, теперь сместить лимитки по ближайшим диапазонам, которые у нас есть. Здесь у нас НКЗ-шка с учетом недохода, вот спред. Если расширение будет, лимиточку смещаем одну, вторую. Вот сейчас в ручном режиме делаю, чтобы не панелькой больше прописывать я буду там. Вот, а панелечку сейчас под селл-стопы, 10 ордерочков. Значит, селл-стопы пошли. И последнее переношу вот на этот уровень. Потому что на нем не ставит, от этого уровня отступ идет на то количество пунктов, которые указаны в шаге. Вот. Здесь при достижении идет фиксация самого нижнего ордера. А нижний в данном случае в этой сетке вот этот. Ниже 1/2. Можно его тоже поработать на сохранение.
для этого ордера поставить, так, наверное, сделаем, отменим take profit этого ордера поставим здесь, тем более он еще страховочным, вверху он может закрыться с плюсом, вот там откроется следующий и так далее поэтапно. В принципе, все, видео короткое такое, ждем следующего алерта. Всем успехов!